Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрайт 387. С вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик, прочий нефрит. И сегодня мы начинаем прохождение. Оригинальный Biohazard 3. Последний выход. Last Escape. Это и оригинальная японская версия тоже. Да, ребят, тут я хотел немного считерить. Пройдя за наемника все, получив бесконечное там оружие, ну, потратив деньги, получив все. Скажу так, я буду проходить игру, как видим, есть режим новый, условный. В нем это не действует. В оригинальном, да, пожалуйста, все работает, но я хочу пройти условный. И я хочу пройти на харде, на тяжелом уровне, чтобы что-нибудь из немезиды выпадало. Но, зная систему выживания, и то, что условно это, как я уже знаю по наслышкам, и так вот, это более тяжелый режим по сравнению с обычным, с оригиналом, будем пробовать его и будем стараться выживать. Ребят, я не буду опять же на ранг проходить, потому что буду делать почаще сейвы, ибо игра нам даст просраться временем, ну, по времени. И да, не забываем ставить любо, тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии. Бляха-муха. Ну вот, запустилась игра, нам не надо это. Ролики. Да, меня может быть не очень слышно, потому что в игре я не могу никак настроить звук. Ну а мы начинаем пробовать. Не знаю, ставить любит, да, кстати, никто не подписался на мой канал, зачем подписываться. Ну и, конечно же, оставляйте ваш комментарий по данному видео. Все ссылки есть в шляпе канала. Давайте спецкостюм, блин. Даже не знаю. Давайте. Все началось обычным днем в сентябре. Обычным днем в Ракун-Сити. В городе, контролируемом Амбреллой. Никто не смел противостоять им, и нехватка этих сил привела к их уничтожению. Мне кажется, это произошло как следствие их поступков. Но никогда им не будет прощения. Если бы у них была сила сражаться. Это правда. Когда колесо правосудия начало поворачиваться, ничто уже не могло их остановить. Ничто. Это был последний шанс Ракун-Сити. И мой последний шанс. Мой единственный выход. Это вертолет Дельта. Готовлюсь к приземлению в район 05. Они? Нет! Подразделение 21 на месте. Мы ждем приказов. Приказ всем подразделениям. Действовать по предварительным инструкциям. Сделаем это! Давайте! Пошли, пошли, пошли! Огонь! На, получи! Смола! Не прекращай стрельбу! Не прекращай! Где они? Получай! Умрите! Хотите еще? Да, прощай моя жизнь, прощай мой дом. Это мой последний шанс, чтобы выжить. Это мой последний выход. Так что, ребзи, буду выживать реально. Комфортчик, ребзи. О, мой любимый костюмчик еще Sony PlayStation 1. А ведь патроны не бесконечны. Печально. Да, блин, я думал, спихнуть его. А ты залазь уже.
Перевод-то мне нравится, да. Озвучка. Спасибо фанатам за фан-ремастеры. Они вот запихнули, видите, есть универсальный режим. А, и оригинальный. 28 сентября. День. Монстры захватили город. Как-нибудь. Я все еще жива. Вот именно, что как-нибудь жил. Я еще выживать буду за тебя. Так, нам нужно убираться отсюда. Что? О чем ты говоришь? Там только что умерла моя дочь. Как вы смеете предлагать мне идти туда? Мне жаль вашу дочь, но спасения не будет. Нам нужно уходить отсюда. Нет! Я никуда не пойду! Даже братья Старс, которые вели себя всегда вызывающе, теперь вынуждены прятаться от этих монстров. Оставьте меня в покое! Братья Старс? Вот это прикольная уже озвучка. Никогда не слышал во всех переводах. Молодцы фанаты. Да, дословно перевели. Ну и пофиг, на тебя это стечет. Так, это только открыто, ребят, скажу сразу же. В тяжелом режиме. В легком режиме, в среднем, ну, на норме, если бы проходили бы, у вас был бы еще М4А1 автомат. Но у нас его нету. Инструкция А. Объясняет действия и операции в игре. Описание игры. Мы уверены, что вы сможете выжить. Будьте осторожны при стрельбе из оружия. Вы можете попасть в бочки с бензином или мины, что вызовет сильный взрыв. Старайтесь вести прицельную стрельбу. Скоростной разворот. Во время бега удерживайте кнопку назад, и вы развернетесь на 180 градусов. Спасение. Если вас окружила толпа монстров, то вы можете спастись, расталкивая их. Для этого нажимаем кнопки стрельбы, направления и бега. Ой, я не то нажал. Я не успел зачитать. Разворот. Вы можете уворачиваться от врага, нажимая кнопки R1 и R2. Преодолевать препятствия вы можете при помощи кнопки действия. Подойдите близко к препятствию и нажмите кнопку R1, R2. Хм, интересно. Ну, спасибо, конечно. На клавиатуре у меня этого нету, этих кнопок. Карта. Чтобы посмотреть на карту, нажмите кнопку L2. Можете изменять масштаб кнопкой действия. В некоторых местах игры изображение становится черно-белым. Вы можете сделать выбор между двумя видами режимов и подтвердить выбор клавиши действия. Ну да, угодно. Мы, конечно, можем еще, ребят, собрать дневник Джилл, пройдя всю игру, собрав все файлы. Вот это я, конечно, не знаю, мне получится, нет, сейчас первого раза. Ну, не получится, так не получится. Объясняет, как пользоваться порохом и заряжателем. Описание игры Б. Как создать боеприпасы для того, чтобы... Ну, вам нужно использовать порох и миксер. Миксер необходим для создания боеприпасов. Смешивая одинаковые по свойствам элементы, вы сможете получить новые виды боеприпасов. Существует три вида: А, Б, С. Вы сможете создать несколько видов оружия, всего существует 13 типов. Примеры: патроны пистолета, патроны винтовки, гранаты, кислотные гранаты, замораживающие гранаты, патроны к магнуму. Если смешать некоторые виды пороха с гранатами, то вы получаете особый тип гранат. Если смешать одинаковые типы амуниции, то в результате оно улучшится. Ну и вот, как мы видим, заряжатель. Давайте посмотрим, что это. Инструмент для зарядки патронов. Комбинируется с порохом. Пистолет. М92F. Заказное оружие. Нужны 9-миллиметровые патроны. Вот. Патроны посмотрим. Патроны нужны для М29F или ZIG Pro. Да. Фух. О, да, это музыка. Она божественная, я всегда ее любил. В третьей части она просто для меня. Эта музыка божественная, реально.
Я, как сказать, начинал вообще свой путь с первой части, но в оригинальной японской, с японским переводом, я запоролся на картины. Это было еще, когда я в школе учился, мне было лет 11-12. Я порох смешал, чтобы получить... Порох, ха-ха-ха. Получить патроны к пистолету. И у меня другого оружия нет. Но, есть нож. Самое нужное оружие. Мидспрей. Давайте ленту возьмем тоже. И золото будет тоже мне. Вот, а так прошел первый раз я на компе еще тоже. Третью часть вот. Но оригинальную. Еще от перевода Акеллы. Книга расписок доставки. Здесь лежат отчеты. Все описано уже. Ну ладно. Пойдемте на выход. Фух, я не могу, я прям от этой музыки тащусь, ребята. Я прям. Я даже помню, на телефон я. Там много музыки изреза есть. В моем аккаунте. Там есть Silent Hill, изреза. Мы используем ключ склада. Чем больше не нужно. Ну, до 7 минут, да. Так, ничего не случилось, не лежит нигде. И да, вот сейчас приближено. По сравнению с плоевской версией, соневской, я вот этот вот значок не замечал на лесопеде. Видите? Значок Старс. Велосипед отряда Старс. Так, с по длинному пути я не пойду направо. Я пойду вот здесь. Ибо там рыбаки, патроны лишние тратить. Что для меня не есть гуд. Че же вы такие шустрые-то? Я ж говорю, не шустрые. Что-то не хочу к ним подходить. Очень живучий. В оригинальной версии 4-5 патронов. Вот это я запомнил очень. Да-да-да, там еще зомбак. Мне всегда нравится, когда на лесенку... Вот-вот-вот, на лесенку выйди. Во-во-во-во. Патронов категорически мало. Чё я что-то из Немезиды ни хрена не повышибаю. Он умер своей смертью. Хотя и это тяжело. Хотя и тяжело. Да. Вот травка. Начинаю коллекционировать травку. Травка, травка, травка. Это всегда. Гуд. А, кстати, хотел там почитать записки еще, написи на стенах. Что-то все было написано. Концерт 30 сентября, 9:30. Да, действие происходит вот этой первой части сейчас, начало. Это еще до того, как Леон с Клэр приехали. Как мы видели сейчас Брэда. Еще живого, а не замороженного. Так, мужик. Можно тебя убивать не буду? Ой, и тебя убивать не буду. Ой-ой-ой-ой-ой, что творится?
Вот за что мне нравится еще третья часть, то что мне надо на лестнице нажимать, чтобы они прогружались. Если так сделано, что-то вот это красное, что вот должно было что-то быть здесь, но... Опа, 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 мы обдурили вас. И вас обдурим. Опа, все. Я говорю, не тяжело, но поиграть это жесть. Патронов, потому что вообще не хватает. И как мы видим, у меня нет уже этой. Успел укусить. Блять. Блядские гады. Тупые уроды. Сука. Вот не привык я, не учился уворачиваться. Вот и брат. Уходи! Так, я стрелять не буду. Потрачу патроны. Открытка часовня. Открыто с изображением башни с часами. Достопримечательность города часовня святого Михаила. Брэд, почему никто ничего не предпринимает? Джилл, я не знал, что он еще жив. Полицию не готовят для таких случаев. Что они могут сделать? Слушай, он идет за нами. Мы умрем. Что ты говоришь? Вот увидишь. После команды Старс отсюда некуда бежать. Да, интересный привод, конечно. Очень важно. Автоприцел. Я травку применил. Я же на зажигалку нажимал. Полный трэш. Поближе, поближе, ребята, почему? Чего вот те двое вот там не идут? Куда еще заползала? Коза какая. У
Ну вот, у меня не будет одной крутой травки. Фотография. Прорыв полицейских. Дата 27 сентября. Так, тут собаки вроде всегда были. Да. Они походу делали, сейчас мы быстро, вот так вот. Здесь было обоих удобно отстреливать. Обеих прикончил, сука. Тяжеловато, тяжеловато. Там порох, 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 порох. Порох, порох, ты могуч. Берем заряжатель. Не любил раньше его использовать, ну, потому что я проходил как-то на норме больше всего. На сложном я уже проходил, когда за наемников получал бесконечное оружие. А сейчас мы... Не, камень. Мы получали бонусов небольших. Я понимаю, что сейчас будет очень страшно, но... я не застоялся. Ну, ладно. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Джилл! Брэд! Мы должны... Да вот она, не мести, да, Джилл, помоги! Нет! Брэд! Что? Вот теперь мы знаем, почему Брэд стал злым. Я попробую биться с монстром. Так бы мне пришлось бы длинным путем идти. А длинным путем бы мне пришлось бы идти, и там еще с зомбаками бороться всякими-всякими отродьями. А тут я сразу же получил карточку Брэда. Да, ребят. Иногда хардкор это... Знаю, было как сыкотно, потому что я понимаю, что мне везде может меня поймать. С пистолетом у меня тут с этими пульками я ему ничего не сделал. Царапаю только. Используем карту. Да, бонусов зато из него не выпало. 0.1.31. Потом запоминаем. Бонусов из него не выпало, потому что я его не убил. Ну, вы сами понимаете, его убивать это проблематично. Полный беспредел.
Ой-ой-ой, блядь, ребята. Ну как побежали. Полицейский беспредел. Тоже тут обижать, как мы видим по этому ходу. Конечно, возьмем. Вы видите офицера, это Мервин Брэнх. Его убили зомби, кажется, он что-то сжимает в руке. Но мы знаем, что зомби его не убили во второй части. Доклад Мервина, рапорт от 24 сентября. Ограбленное муниципальное здание, повреждены часы на основных воротах. Часы были украшены драгоценными камнями, два из которых теперь сильно испорчены. Не хватает офицерского состава, поэтому я вынужден остановить этот проект. Марвин Брам. Рапорт 26 сентября. Вскрытие 42-летнего владельца ресторана показало, что он был заражен вирусом. Вероятнее всего, что он заразился в здании управления. Владелец был застрелен, так как вирус прогрессировал. В городе введено военное положение. Он смертельно ранен. А вот именно что ранен. Он жив. Тут что-нибудь есть? 29 сентября. Михаил. Хм. Надеюсь, зомбаков сейчас не будет. Хо. Так, ведь я не могу нести. Нет зомбака? Надо 1.31, по-моему, да, был пород? Ты что, не видишь, что ли? Ну, 1. 30. 1. Могу. Мадам. Сейчас она подойдет еще. Вот я же в него делал-то уклон сейчас. Я же ведь уклон делал. Уворачиваться, чтобы. Патронов категорически начинает не хватать уже. Сейф-рум. Может, из второй части мне подкинули бонусов сюда? Нет. То зеленого-то не было в себе. Еще один начал. Записка Дэвида. Я начинаю медленно сходить с ума. Я не могу поверить в то, что здесь происходит. Мы теряем наших лучших людей. Сегодня я потерял друга. Мы были окружены толпой зомби. Он просил о помощи, но я ничем не мог ему помочь. Я до сих пор слышу его крики о помощи, слышу жуткие мерзкие звуки разрываемого на куски тела.
не очень страшно. Сегодня 27 число. Бой с мертвецами продолжается. Я расправился с теми из них, которые сумели, наверное, пробраться сквозь баррикады, используя свою винтовку. Мы с ней стали неразлучны. Она меня не раз спасала. Вчера мы потеряли 13 человек. Сегодня в 3 часа дня у нас совещание, однако я считаю это непростительной тратой времени. Своего же бросил. Ну как не стыдно, а? Да, ребята, тут задумываюсь, вы потом поймете, над чем я тут задумывался, сидел. Это тоже можно честнее. А что я не выложил? Тут ничего интересного, да? Так, тут что у нас есть? Порох опять. А это гуд. Чё? Ну, спасибо вообще. Ну, ладно, порох пока выложу. Может, еще найду. Ничего не видно за этим окном. На. Так, ребята, идите на лестницу. Ну, только плевать хорошо не надо. В оригинальной части тоже опять заметил. Нету этой банки. В японской части больше мусора. В оригинальной, ну, в европейской. Нет, видно. Тут как озвучено. Фото команды Stars. Ну, ладно, хоть не члены. Как я там думаю. Стол. Стол капитана Вескера. Я помню, где должны быть патроны. А, вон патроны где лежат. Супер. А что, сразу же все взяла две пачки? Это стол Барни и Старс. Байери. Два пистолета на полке. Ах, возьми их. Будет круче. Отмычка. Стол Криса и Старс. На нем беспорядок. Это ничего не скажешь. Про свой стол. Там вот твоя шляпа лежит. И я вижу там на фотке вон кто-то есть.
стол Ребекки из Старс. О, тут описано. Радиостанция, она не работает. Что мне дадут, базуку или револьвер? Ой. Вот это от души. Опа. Я что-то этого не помню. Послание из оружейного магазина Кенда команде Старс. У меня хорошие новости. Мой брат Джо закончил новую модель оружия. Это М92 Старс. Спецразработка для команды Старс. Я надеюсь, оно вам поможет в борьбе против зомби. Носите его в кобуре вместо пистолетов. Оружие скоро будет вам доставлено вместе с подробными инструкциями. В этом оружии были использованы секретные разработки М92F. Это супероружие, я думаю, вы нам будете за него благодарны. Магазин Кенда, которого помните во второй части, которого зомбаки сражут, ну, чувака, который с рабашом нас встречает. С уважением, Роберт Кенда, оружейный магазин Кенда. Факс, что-то я просто не брал никогда. Наш взвод отрезан. Оставшиеся в живых не найдены. Это Карлос. Ожидаем эвакуации. Супер. Ну что-то желтый лежит. Очень взять можно. Нельзя. Ух. Ну, что так на эту картину, на эту статую ты смотришь? Может, что полезное на ней есть? Каменный бюст. Ой, а, там толстый вроде. Ну, да ладно, толстый. Сука, окно разбили. Ну и музыка. Уже знаем кого. Иди к черту пока. Ты в эту комнату все равно не зайдешь. Даже здесь играет эта музыка. Я хочу, ребят, пробовать сохраниться и дать ему люлей. Я не уверен, что это получится. Но... будем надеяться. Оставим сейчас. Не понадобится это точно. Вот это понадобится. Ой. Есть.
хоть я и спрей использовал, но я получил часть одну. Немалая часть, немаловажно. С воротами она что-то вообще печально. Все-таки я схожу еще туда, где этот. Как его? Ребят, куда, по идее, надо было идти из-за этого? Вон за картой. Я хочу посмотреть. Может, там патроны есть. Сейчас патроны у меня, видите, напряг. Я вот буду проходить игру не на ранг, это я не стараюсь. Сука, там собаки, да? Потом, ребята, поймете, зачем я запчасти собираю. Это вот запчасть мне вообще сейчас. Одна и вторая вот тут вообще прям. Прям вообще жесть как нужны. Так. Вот карта наша с Джилл, по идее. Давайте ее тоже возьмем. Смотрим патроны. Если я просрал только патроны зря, это будет вообще мне обидно. Че, реально ничего нет? Ну, лента еще одна. Блять, патронов-то нет, что ли? Вообще никаких. Ха-ха-ха. Воя лошара. Зря только сходил, но просрал патроны. Пипец. Две красные травки. Которых я только могу взять одну. Не надо, вон треба ее тащить с собой. Что поделать? Ну а всем, ребят, спасибо за просмотр. Вы были на канале Nefight 1987. С вами был Нев. Не забываем ставить любо. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно, оставляйте ваши комментарии под данным видео. Ну и всем до новых встреч. Пока-пока. Let's rock.